Порядка 80 обращений, связанных с проблемами теплоснабжения, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации районов и СМИ всего за 3 дня, с 18 по 20 октября, сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Большинство жалоб от жителей Индустриального и Ленинского районов. В мэрии Барнаула сегодня провели специальное совещание, на котором рассмотрели причины проблем с отоплением. Как выяснилось, снижение параметров связано с ремонтными работами на теплосетях. Неудобства носят временный характер, подчеркнул представитель профильного ведомства. На сегодня почти все жалобы отработаны. По итогам совещания замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил администрациям районов в кратчайшие сроки устранить возникшие проблемы на оставшихся адресах. Юлия Щепина, «День с толком».